Итак, друзья, привет. Я сегодня в 6 утра в магазине в круглосуточном. Приехал по типу как в аптеку. Здесь есть такая витрина с лекарствами. До круглосуточной аптеки ехать далеко. А вот в магазине Винкофуд есть целая такая большая витрина с различными лекарствами. Мне болит горло. Воскресенье, 6 утра. Будем что-то выбирать, какие-то лекарства. Сейчас покажу вам, что почем. Здесь, в принципе, полноценная аптека. Начиная вот от пластырей, всякие там линзы для глаз, ушные капли, зубные пасты, такое вот, мелочи такие. Значит, вот еще ребята советовали, если спина болит, вот такой вот ice hot, либо пластырь, либо крем, либо еще в спреях есть такое. То есть оно как бы вроде сразу холод, а потом уже греет мышцы спины. Говорят, помогает такое. Вот, ну, в принципе, здесь пластыри, что у нас тут. Разные микстурки по $2, $4. Сейчас посмотрим, что еще тут у нас есть. Неплохие микстурки. Вот такие вот DayQuil и NyQuil тоже, друзья, советовали, которые здесь уже давно. Они как бы есть и в таблетках, вот такие вот DayQuil, NyQuil. По 10 баксов, правда, дороговато. Вот, но помогают. DayQuil я пил, она так ничего вроде бы нормально на ноги ставит. NyQuil — это вообще такая убойная тема. На самом деле, чтобы ее купить, нужна ID. Здесь 10% алкоголя. Вот такое. С вишенкой можно взять, там с ягодками можно простую. Вот. Ну и перед сном, если такого бахнуть чекушечку, ничего так должно. Как бы неплохо, как снотворное маленько должно действовать. Хотя я последние дни вот такие вот пил NyQuil по типу в таблетках. Не знаю, не скажу, как они по поводу снотворного. Спать мне не хотелось. От вот этого сиропа с 10% спирта больше спать хочется. Вот, ну и тут такое вот, капельки, спрей в нос, вот, $1.78 можно взять, то есть что-то подешевле, что-то подороже, такие цены в пакетиках, порошочки по $2.78, в принципе, тоже доступно. Опять же, если горло болит, вот такой вот холс, $3.95. Такие вот цены. Витаминчики разные. Ну, опять же, цены что-то по $3, что-то где-то подороже уже 11. Вот для деток такие, как мишки, гумми или гамми, как там правильно. Наверное, гамми. Антибиотики, конечно, здесь не продаются. Здесь антибиотики только по рецепту врача.
честно говоря, разобраться непросто. Я вот даже долго... Мне, конечно, сегодня вот спрей в нос не нужен, но я вот долго искал, где что-то такое, типа вот как капли в нос, что-то такое. Вот. Ну, вроде бы, судя по всему, это вот что-то на вот этой полке, на Nasal Relief. Такое. Ну, как бы вот порошки от простуды такое, вот я это показываю, вот эти микстурки от простуды. Если уже там голова болит, я не знаю, надо, наверное, что-то где-то погуглить, посмотреть, что советуют люди. Или там, если с желудком проблемы тоже. Я, честно говоря, даже и, наверное, не разобрался бы. Надо какой-то где-то переводчик включать, что-то, может быть, какого-то звать... продавца, чтобы немножко что-то посоветовал, как-то на пальцах показывать, что голова болит, типа, что тут взять. Я думаю, в принципе, ну, разобраться-то можно, но, конечно, Google Translate, наверное, будет в помощь. Такое, друзья, обзорчик. Спасибо за просмотр. Единственное, что вот радует, что в любое время суток вот так вот приехал, купил без проблем. Вот, друзья, спасибо за просмотр. Не болейте. Здоровья всем. Подписывайтесь на наш канал. Комментируйте, что бы там еще хотели посмотреть. Будем стараться для вас. Все, друзья, всем спасибо. Пока-пока.